Как наладить отношения? Просто вот по фразе. Первое. Необходимо помнить и маме, и дочке о том, что... Маме о том, что... Необходимо помнить маме, что дочь выросла. Необходимо помнить дочке, что она уже взрослая. Мама ей ничего не должна. Второе. Найти себе, маме, интересное занятие и жить своей, а не чужой жизнью. Третье. Необходимо помнить, что у каждого есть свое мнение. У мамы свое, у дочки свое. Четвертое. И дочке, и маме нужно перестать сравнивать себя друг с другом. Пятое и последнее. Понять, какие обиды накопились за время вашей жизни вместе, отдельно. Все равно вы вместе. Все равно вы мама и дочка. Все равно вы неразделимы. Вот эти пять основных позиций вам необходимо понять.